имела счастье встречи с приложением цветной иллюстрации к песне. Вот она, открытка-раскраска. Такая счастливая возможность подарена вот этим приложением. Такой еще одной новой встречи с песней. И это настолько оказалось необычайно радостно, вот шаг за шагом встречаться каждый день с песней, с ее строками. Благодаря изданию открытки с текстом песни вот, можно как-то соотнести еще более тщательно, еще более внимательно, какую строчку я сейчас раскрашиваю в песне. Вот, и в ходе такой работы ощутилось, конечно, насколько здорово как заранее встретиться с песней и с каждой строчкой ее, чтобы знать, что раскрашивать. И тогда столько тоже интересного открывается в каждой строчке. Вот, и сияет благодарность в их очах. Так, понимаешь, чем сияют глаза обитателей? Здесь все светится, да, и вот эта благодарность, которая сияет в глаза, хочется именно так же раскрасить вот с этими чувствами. И так, конечно, каждая строчка новое открываешь в ней, новое содержание даже, благодаря внимательному путешествию, благодаря такому раскрашиванию. И встречаясь с этим изданием, как-то понимаешь, ну, может быть, приоткрывается вот такой образ действия этого героя. Сколько, насколько тщательно как-то делается каждый шаг. Потому что как-то очень ценно и важно к этой работе отнестись вот с тщательностью. И чем больше стараешься, тем понимаешь, что можно еще гораздо лучше сделать, если со всем вниманием отнестись вот к иллюстрации, к цветной. Внимательно-внимательно увидеть каждый фрагмент и постараться именно так же воплотить. Ощущается, как сердце наполняется красотой благодаря именно этому формату, который предлагает такое содружество этих изданий, цветная открытка и открытка-раскраска. Вот внимательно, чутко-чутко подмечать все это в цветной открытке, и я прям чувствую, как сердце, оно учится воспринимать эту красоту, наполняется этой красотой. Необычайное состояние, просто ощущаешь подъема, радости и какой-то тонкости в результате встречи с цветной открыткой, в результате раскрашивания. И, конечно, просто не перестаешь восхищаться теми моментами, которые открываются в, казалось бы, столько раз виденной цветной открытке, а вот обращаешь внимание на этот уголок, на этот, и понимаешь, сколько красоты еще предстоит открыть, как это она открывается сердцу именно, наверное, в результате такого внимания, что тоньше и тоньше появляется возможность воспринимать ее. Вообще, что подражая такой красоте, получается, да? Подбирая эти цвета, сердце этой тонкости, оно учится, вбирает ее, наполняется ею. Вот на самом деле уникальная просто возможность дарить этой практикой. И такая практика очень, очень объемная, прям трудовая, потому что вот нахожусь в процессе, и я представляю, какой это труд у вас состоялся, да, по этому плоду, потому что вот там полтора месяца прошло, и каждый день по чуть-чуть, но это прям, это такой процесс трудовой, и в то же время он удивительно увлекательный, и он совершенно ни на что не похож. Особенно здесь такой колорит перенести А3 формат в А5, ну это вообще такие небывалые условия такой тоже игры. Ощущение от этого процесса тоже игры. Очень вдохновляет этот процесс, вот как передать вот эту всю яркость, красоту вот этому небольшому формату. И я поняла, что это такое внимательное и чуткое отношение к каждому уголку этой открытки. Меня, конечно, вдохновляет
цвета большой картины, это сияние ее. И иногда получается, чтобы тоже засияла моя открытка, когда я вкладываю свои чувства и вот именно отдаю внимание каждому уголку этой открытки, прям ощущая и друга осьминога, и его присутствие здесь во всем.